Мой завтрак сегодняшний, ребята, запеканочка творожная, надо же доедать с черникой и с клубникой, кофе, только что сварился в турочке, сметанка, это к запеканке, и яблочко. Всем приятного аппетита. Завтрак, ребята, получается на 522 калории. Собираемся, ребята, на прогулку. Надели антискользящие вот эти штучки. И на Димины ботинки, и на мои ботинки, чтобы не убиться. Потому что говорят, что у нас очень-очень скользко. Тошенька сидит, наблюдает, пока мама тут одевала эти антискользяшки. Погода вот, ребята, у нас такая. Туман и изморозь. Мы вышли с Димой на прогулку все-таки. И представляете, моросит такой... Мелкий-мелкий, как мука, дождик. Сейчас сходим до магазина, купим рыбки, одели вот эти антискользяшки, чтобы не упасть. Смотрите, некоторые кустарники еще полностью с листвой. О, даже листву не успели скинуть. Вот так вот. И мимо проходили там клен, он весь-весь-весь зеленый. Вот так вот, чудо природы. Какое, с листвой остались. Погодка, конечно, шепчет, ребята. То минус 10, а сейчас вот практически почти 0. Мы выходили, у нас на градуснике показывало минус 2. Но вот на улицу вышли, я Диме говорю: Дима, как будто 0. Ну раз дождик идет, не может быть минусовая температура. И такая каша, все вот тает. Ой, в общем, конечно, вот у кого... Кто гипертоник, плохо переносит вот эти перепады все температуры, на них, конечно, это все сказывается. Снега у нас уже много, ребята. Вот так вот по бровкам видно, да? Примерно по колено. Все эти дни, конечно, каждый день снег шел. Мы идем сейчас в сторону рыбного магазина. Рыбку хотим купить, да на ужин приготовить. Рыбку купили, оставили и пошли дальше гулять. Но как-то дождик этот все сильнее и сильнее. Я Диме говорю: представь, если завтра все заледенеет и будет страшнейший гололед. Как хорошо, ребятушки. Просто прекрасно. Ветра нет. Дождик немножко стихает. Ой, замечательно. Так, прогулялись хорошо с Димой. Сейчас придем домой и быстренько в духовочке рыбку запекем с овощами. Стройка продолжается сейчас. Ну, тут, наверное, не будет видно. Сейчас покажу. Здесь у нас строят дом престарелый. Для престарелых очень большой будет комплекс. Стройка идет круглосуточно. Краны стоят. Экскаваторы работают. В общем, не останавливаются. Вроде как до 24 года должны были построить, но я думаю, что они не справятся. Уже какую-то бригаду в помощь пригласили. В общем, сейчас забор, тут ничего не будет видно. Так что стройка идет. Дом престарелых обещают сделать на 200 мест. Ну, надеюсь, когда-нибудь да построят. Все-таки это такой большой проект. Нельзя останавливать. Деньги выделены, должен быть построен. Ой, все. А мы медленно, не торопясь, идем в сторону дома. С хорошим, прекрасным настроением. Щечки порозовели. Кислороду надышались. Хорошо. Дима уже вот так вот спокойно гуляет. На ручку перчаточку одел. Все отлично. Уже без бандажа. Хоть доктор и сказал, что руку вниз не опускать. Но вот Димочка не слушается доктора. Говорит, что все хорошо. Рука отекает только по утрам. Потом в течение дня все хорошо. Все, ребятушки.
Все, ребятушки, мы нагулялись. Ой, вот рыбка скумбрия, кило 500. Ой, не вижу. 32. Скумбрия, кило 532, по 380 рублей, на 582 рубля 16 копеек. И зашли, а там форель свежую привезли. Форель, ребята, по 665 рублей. Три форелины на 3 килограмма 952 грамма на 2 628. Итого за вот эти два пакета рыбы ушло 3210 рублей. Чек немножко порвался, но вот я вам покажу. Вот скумбрия по 380 и форель по 665. 3210 ушло. Ужин готов. Только что просигналила духовочка. Овощи с рыбкой запекались 1 час при 200 градусах. Но у всех духовки разные, ребята. Так что вы наблюдаете за своей. У меня выпекалась час. Тыква, морковочка, лучок. Все отлично. Ничего, видите, не подгорело. Все, красота. Можно ужинать. Всем приятного аппетита. И подсолониться Дима захотел. Сальце белорусское нарезала. Всем приятного аппетита. Хлеба мы, ребятушки, не едим. Без хлеба. Овощи, рыбка и сальце чуть-чуть. Наконец-то сегодня я доедаю запеканку творожную. Вот на так много дней ее хватило. Запеканка, кофе, сметанка. Все по-старому, ребята. А у Димы будет яичница. Вот, у Димы будет яичница, ребята, и чай. Всем доброе-доброе утро понедельника, ребятушки. Я сегодня здесь тесто завела, что-нибудь испечь надо. Давно я не пекла. Тестушка поднялось. Изюм я хорошенечко намыла. Далее залила горячей водой. Он хорошенечко разбух, стал мягеньким. Будем использовать в нашу выпечку. С тестом хорошенечко поработаем. Обобьем его. Поверхность можно смазать немножко растительным маслицем. Совсем чуть-чуть. Раскатываем тесто, припылили поверхность немножко мукой. Тесто раскатали, смажем яйцо. В изюм, ребята, я тоже разбила яйцо. Все, выкладываем нашу начиночку. Разделим начинку, чтобы хватило на второй кусок теста. Ну, вот примерно вот так. На края не выкладываю, чтобы удобно было скручивать рулетик. Все, и теперь начинаем скручивать. Края защипляем.
так вот. Эти края тоже можно защипить. И скручиваем улиточкой. И выкладываем вот так. Теперь проделаем со вторым куском теста то же самое. Вот, ребяточки, две улиточки мы с вами скрутили. Теперь накрываем и даем хорошенечко подняться. И перед отправкой в духовку смажем яйцом. Вот так и сверху полотенчиком. Вот такие две улиточки у нас получились. Я смазала маслом сливочным, подостынут и нарежем, посмотрим. Толяшка сладко-сладко спит, чтобы никто не мешал, лапкой глазки закрыл. Крепко-крепко спит, даже ухом не ведет. Вот так вот. Устал, малыш. Устал. Вот такой туман у нас сегодня, ребятушки. Надеюсь, камера передает. Особенно, когда вот свет от фонарей рассеивается. И вот видно, что вдалеке, кроме фонарей, ничего не видать. Привет, мои хорошие. Мы вышли на прогулку. Сегодня день номер 2. Ну и мы пошли прогуляться на гараж, взять лопату, пока оттепель очистит машину и место вокруг машины. Потому что через денек-другой к нам придут морозцы, и все заледенеет в твердую корку. А у нас сегодня плюс 3, завтра ожидается плюс 2, ну и потом уже послезавтра все холоднее и холоднее, поэтому пошли до гаража. Вот такой туманище, ребята. Машины, как из сумрака, выезжают. Слякоть такая. Тут вот, видимо, теплотрасса идет. Оттаяла. Очень слякотно. Но тепло, хорошо. Ветра нет. Это радует. Хорошо. И тепло, совсем тепло. Ребятки, плюс 3. Даже не верится. Ну, ноябрь еще. Конечно же, это же еще не зима. Это еще только-только все начинается. Так что еще завтра будет так же тепло. А потом посмотрим, насколько будут подниматься морозы. Ой. Единственное, конечно, вот такой слякоти обувь быстро мокнет и портится товарный вид, но ничего, сейчас мы нагуляемся, домой придем, ужин у нас есть, готовить не надо, вот этого противня рыбки с овощами нам хватает вот так вот на 2 дня, так что вчера поели, сегодня поедим, доедим. Ну, а булочку с чаем, ну, Дима, наверное, сегодня уже попробует, а я, наверное, на завтра отложу там первую половину дня, когда можно себе позволить вредненького чего-нибудь, чтобы в жирочек все это не отложилось. Все, топаем дальше. Так, очень так атмосферная такая погодка. Видно, да? Ой, мне нравится, конечно, когда туман, вот что-то такое страшное, как ужастик какой-то. Сейчас из кустов кто-то с лесу выскочит. Не дай бог, конечно, не дай бог, ребятушки. Ну все, но со мной тут рыцарь идет, так что мне не страшно. Одна бы я боялась, конечно. Идем в гараж по лесу. Вон туда, откуда свет светит. Ой, надо, конечно, днем такие дела делать. Но ничего страшного. Топаем по тропиночке.
Дождик, ребята, сильный пошел. Не знаю, передает ли камера или нет. Ох, усилился. Мы вчера немного промокли на прогулке. Ну и сегодня, я думаю, тоже промокнем. Так интересно, пока шли в одну сторону, все было хорошо. А сейчас дожди наливанул. Лопату с гаража взяли. Идем в сторону дома. Будем чистить машиноместо и саму машину. О, как дождик идет. Наверное, сейчас темно, плохо видно, но куртка уже мокрая вся. Вот так вот погода меняется с минуты на минуту. Разная. Все, почистили вокруг нашей машинки. Я ее всю подмела, красавица стоит, кормилица наша. Приятного всем аппетита! Ну, я как и говорила, ребята, у нас сегодня ужин точно такой же, как и вчера. И вот Дима будет с чайком улиточку, еще не нарезала. У меня, ребята, цикорий, я вам хочу показать, как наша булочка получилась в разрезе. Пропеклось все замечательно. Мягкая-мягкая, такая воздушная. Ну и, надеюсь, такая же вкусная.